В Белоглинском районе после капитального ремонта открыли поликлинику Центральной районной больницы. На торжественную церемонию открытия приехали вице-губернатор Кубани Анна Минькова, депутаты ЗСК Жанна Беловол и Сергей Чвикалов. Краевые гости осмотрели обновленное медицинское учреждение, отметили значимость события для жителей района. Условия для быстрого и качественного оказания помощи людям созданы благодаря спонсорской помощи группы компании «Аметист» в лице мецената нашего земляка Петра Даньшина. Именно он выделил 8,5 миллионов рублей на реконструкцию и оснащение поликлиники, а также 2 миллиона 100 тысяч рублей на рециркуляторы и новую мебель для медиков. После открытия поликлиники Анна Минькова осмотрела соматическое и рентген отделение ЦРБ. Район небольшой, но с точки зрения особенностей в системе здравоохранения очень важно сохранить в целом первичное звено. Очень важно, чтобы здесь выросла продолжительность жизни. Ряд проблем, с которыми мы столкнулись в системе, в целом это и коронавирусная инфекция. Сегодня новая задача – это вакцинация. Они, конечно, должны быть реализованы вот сегодня в таких новых современных условиях. Это требование населения. Эта задача здесь выполнена на хорошем качественном уровне. И я хочу поблагодарить руководство района за то, что вот нашли такое решение неординарное. Не ждали, когда придут деньги государственные, да, из разных источников, из федеральных или из краевых, а нашли решение, договорились с бизнесом, бизнес ответственный, отзывчивый, подошел, вот, посмотрел на ситуацию и вложил свои собственные средства в обновление сегодня материально-технической базы системы здравоохранения. Вице-губернатор побывала в школе номер 12, пообщалась с воспитанниками лагеря дневного пребывания «Бригантина», открытого на базе учебного заведения. Радушно Анну Минькову встретили педагоги и воспитанники Дома творчества Белоглинского района. Здесь сейчас работает летняя сезонная школа «Шаг в будущее». В заключение заместитель губернатора осмотрела здание, в котором располагаются Дом творчества и детская школа искусств.